продолжение олимпийской темы. Олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Владимиру Воронкову исполнилось 70 лет. Юбилей именитый спортсмен отметил на родине. Накануне он встретился с главой республики. Уроженец Комсомольского района Владимир Воронков принял участие в двух олимпиадах. Золотую медаль он привез из города Сапора в 1972 году. Тогда команда советских лыжников одержала победу в эстафете на 10 километров. Сейчас он поставил цель подготовить до следующей зимней олимпиады в Корее хотя бы одного спортсмена из Чувашии. Претенденты на попадание в сборную уже есть. Ежегодно в спортивной школе, которой присвоено имя Владимира Воронкова, проводятся республиканские соревнования по лыжным гонкам. Олимпийский чемпион заметил, что в Чувашии сделано немало для развития спорта. Накануне глава Чувашии подписал указ о днях здоровья и спорта. Теперь они будут проходить каждый месяц. Михаил Игнатьев вручил спортсмену благодарность и часы с национальной символикой. Кстати, очередной день здоровья в Чувашии пройдет уже завтра. 22 марта жители республики смогут бесплатно посетить бассейн или тренажерный зал и покататься на коньках во всех республиканских и городских спортучреждениях.